Эй, йоу! Ребята, всем здорово! Здравствуйте и добро пожаловать на сегодняшний стримчанский. На сегодняшний стримчанский, где мы... Ну, где мы продолжаем играть в Mortal Kombat 11. Нашу любимую игру. В этот раз она немного в другом виде, формате. Сегодня мы будем играть в боевую лигу Mortal Kombat за ваших персонажей. Ты похож на американца вот с таким ракурсом. Чес. Is it really true, Ares? Alright, if I'm looking like American, that's really it, man. I'm not sure. Хай, ман, смотрел однажды твой сет против Некроса, и не понимаю, как ты побольшил комбо-кот, или... Гоки Тусика? Accept your death. Олегович. Привет, Арма. Здорово, бро. Гоки Тусика. Го. Го. Гоки Тусика. Так, шо. Давай. Китусик. Китусик, это же Китана, да? Это... Ну да, Китусик. Так даже этот говорил. Рин. А Рин с Китаной мутит, типа. У них там мутки вот такие, ну как там тут? Будьте скромный воин, давай. Мама! Подожди, это та самая мама из РФТ? Мама? Мама хорошо играет. Сейчас посмотрим. Да, вроде он. Ё-моё! Как у тебя случилось? Да все уже, Вадим. Уже никак. Она закончилась. Так, уп, хорошо. Не, это не мама. Пинг, американский. Вадим. Спасибо, бро. Спасибо. Привет, дружище. Привет. Рад видеть тебя. А я как рад. Скажи свой топ-5 сильнейших персов по лору ВНК все части. Хочу увидеть Джонни Кейджа. Покажи самое сильное комбо, которое знаешь на нем. Ага. Хорошо, бро, спасибо большое. Спасибо. Вадим, скажи свой топ-5 сильных чаров по лору. По лору? Сейчас скажу. Сейчас подумаю, погоди. Сыграй за Скулмена. Кенни, спасибо. Сыграй за Скулмена. Сыграем обязательно. Добро пожаловать, ребята. Кронику считать? Кронику? Не, я Кронику не буду считать, все-таки как-то она слабо. You are under arrest. Как-то слабо. Давайте, ладно. Анага, наверное, Анага, да, на первом месте. Самый сильный по лору персонаж. Дальше Шаукан, наверное, да? Шаукан? Что, муха, подождите. Ой, я просто сидел без блока одной рукой. Спасибо, Кенни и Вадим. Да, Анага, Шаукан. Люкэнг, наверное, Люкэнг третий, да? Люкэнг слишком сильный. Дальше, наверное, Рейден? И пятый. Я по-любому кого-то упустил, друзья. По-любому кого-то упустил. Не помню. Вот пятый. Пятый это может быть кто угодно. Наверное, это будет какой-нибудь из колдунов, да? Это, наверное, Шансунг. Хотя... Может, кто-то и сильнее есть, типа Блейз, вот это все. Ну вот, мой топ-5, короче, примерно так выглядит. Так, погнали дальше. Вау. Смотрите, напрыгай. Отходим назад. Блин, молодец. Хорош, забайтил меня на чистый блок, видели? Хотя вряд ли это был байт, просто он сделал... Прыжок. Хорошо. Не, друг. Но попытка была уважаемая. Го за Джокера. Да, за Джокера
Кенни заказал Джокера как раз. Если Скуман это Джокер, а Скуман это Джокер, то мы сейчас сыграем за Джокера. Уу! Олегович! Спасибо огромное! Спасибо за подписку Бусти. Второй уровень, глава банды. Красавец, бро, красавец. Спасибо огромнейшее. То же самое и здесь говорю. Пока что у меня не готово вступление в семью, но все, кто подписался, я их потом приглашу в семью, если надо будет. Огромнейшее спасибо за подписку на Бусти, друзья. Блин, ну что это? Ну где такие чистые блоки, друзья? Я их делаю просто налево-направо, налево-направо. Чистые блоки, туда-сюда. Ладно, ладно, ладно. Огромнейшее спасибо. Просто ювелиры, ювелиры. Даже знаете. Олегович. Да, Саб-Зиро делает ползучий лед. Тайминги всегда разные. Сейчас вы убедитесь в этом. Смотрите. Если Саб-Зиро делает ползучий лед после оверхеда, тайминг самый сложный. Здесь самый сложный тайминг. Вы должны почувствовать. Вот скажи, пожалуйста, как сближаться за ДК? А то стоит подойти и получаю ДК. Да, сейчас подскажу Латану без проблем. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас покажу. Сейчас разберемся с этим. Если я сделаю после назад 3-2. Так. Сейчас. Вот. Если я сделаю после назад 3-2, тайминг опять же другой. Постоянно меняется. Чтобы сделать здесь чистый блок, вам нужно. Вам нужно. Заблокировать. Во-первых. Чистый лед, да, чистый лед. И сделать это надо сидя. Обязательно. Потому что ползучий лед, он лоу, он бьет по ногам. То есть вы блокируете какую-то атаку и садитесь снова. Далее вы встаете. Встаете, именно вот не послышалось вам. То есть ползучий лед попадает первым ударом. Вы сидя его блокируете. Потом встаете и снова садитесь. Поняли, да? Вот так это выглядит. Посмотрите за Цитрион, последите за ней. Видели? Я встал, а потом сел. На секунду. Это важно, потому что если вы будете только сидеть, ну, оно не будет получаться, друзья. Видите, у меня не получается, когда я только сижу. Надо обязательно встать и сесть снова. Для чего это нужно? Когда вы встаете, пушбэк немножечко увеличивается после ползучего льда. То есть Цитрион отталкивается чуть дальше. Из-за этого дырочка становится чуть-чуть шире. То есть растягиваем дырочку, да, там, ну, разными путями. И вот так вы делаете чистый блок. Тренируйтесь. Главное вставать без блока, да, вам понятное дело, это логично. А садиться во второй раз снова с блоком. А что касается ветерка Цитрион, вы не поверите, здесь точно так же. Посмотрите. Во-первых, чистый блок ветерка нельзя делать после 1-1. Забудьте, вы это не сможете сделать. Здесь дырки нет. Здесь вы не сделаете. Далее, дырки нету также после вперед 2. Дырки там тоже нет. Так, сорян. Вот. Дырки здесь тоже нет. Есть дыра вот здесь. Вперед, 2-3. Вот здесь дыра есть. И здесь можно делать чистый блок. Ну, здесь каких-то секретов нету. Здесь просто надо почувствовать тайминг. Ну, единственное, я скажу, что нужно немного рано жрать чистый блок. Потому что здесь такой скользкий тайминг. Немного рано это делаете, и будет получаться. Видите, у меня получается 10 из 10. Надо почувствовать. Еще учитывайте, в зависимости от дистанции тоже будет немножечко разный тайминг, да? Видите? Всегда разное. Но примерно вы можете понимать. Кирюха, примерно можешь понимать, как делать чистые блоки. Вот такие секретики. На самом деле хороший вопрос. Про вставать в чистом льде и про вот эти дырки не все могли знать. Интересно.
Так, за кого нам сейчас играть? Сейчас посмотрю. Кейси! Кейси! Ой, блин, за Кейси сложно будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай. Как ты, бро? Сухробский! Здорово, бро. Как Я... ты, бро? Отлично, ты как? Ты как? Рад тебя видеть, Сухробский. Добро пожаловать, дружище. Надеюсь, у тебя все отлично. Забыл про Гену, что ли? Нет, конечно. Вот Гена. Здесь, ребята, мы идем по очереди просто. По очереди. Так, Кесси. Здорово, здорово, Влад, здорово. Как дела? Почему не спишь? О, Гамма, да, да, я слышал. Я подумаю над этим, возможно, выйдет, да, такой гайд. Нифига себе, сразу бросок назад. Этот парень умеет играть, у него 5 стрик. Давай, давай. Подходи, почему я должен подходить? Ты Фрост или нет? Ну, вообще-то... Молодец, блин, он очень хорош. Так, God of War, бро, я фанат, как и ты. Блин! А! Сухробский, God of War, бро. Да, да, я обожаю God of War, бро. Ладно, этот парень меня испытывает. Окей, не успел порвать. Этот парень хорош. Привет. Милена, привет. Ты сюда можешь приходить? Конечно, Милена. Как дела? Не сложно. Плохо. Блин, ладно, ладно. Вот этот парень реально классно играет. Если не можешь поиграть здесь. Спасибо, спасибо. Блин, я... Сейчас надо постараться, друзья. Этот парень хорош. Сейчас, сейчас, сейчас подумаем, что делать. Интересно, интересно. Спасибо еще раз, Сухробский и Милена. Так, ладно. Вперед, реванш. Давай, давай, давай. Подходи.
Блин, он надоел. Он душнило какой-то. А, он душнило просто. Да, он так и будет, друзья, в блоке сидеть до последнего. Надо просто его забрасывать. Так. Хорошо. Да, он лезет, лезет. Лезет, лезет. Окей, этот раунд я должен забрать. Все, отлично, выходим из угла. Отлично. Паниш, паниш. Отлично, отлично, отлично. Хвостик, спасибо. Accept your death. Спасибо, Хвостик, спасибо. Да, есть. Вот дает, блин, а? Как он... Он душный очень. Душнило. Просто душнило. Спасибо, спасибо большое, Хвостик. Добро пожаловать. Против таких надо терпеливо играть, друзья. Терпеливо. Потно, да, потно. Я говорил, за Кейси будет очень потно с ним. Но я его раскрываю чуть чаще. Хорошо. И еще раз. Да, 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 да. Таких надо бросать, друзья. Если он сидит в блоке столько. Все, есть. Хорошо. Сухропки. Умлаю, пожалуйста. Ой, домой! Домой, друзья, домой. Ой-ой-ой. Я надеюсь, Гена доволен. Я надеюсь, Гена доволен. Я был бы доволен. Ой, друзья. Это было кринжово. Он будет говорить, что тебе Галарен Кратца. Ну, ради бога. Я, кстати, вчера... Вчера выиграл Кани Мани 10-6. Но... Никто об этом не знает, да? Я Гондон! Ой! Что-то мне кажется, в этом имени есть посыл. Давайте еще раз, да, Мелину? А то как-то Мелины не очень вышло. Давайте еще раз. Маклейн заказывал Мелину. А. А.
Джеки Брикс 180 пинг. Я подозреваю, кто это. Я же сразу же сейчас узнаю. А может и не узнаю, ладно. Токсик, ссылочка есть в описании под стримом. Вперед, вперед. Не дам. А! Оп. Понял. А! You are under arrest. Что мы делаем? Что мы делаем? Непонятно. Ладно, еще раз. Мы это блок бы быть КБ. А! Это по-любому Ронси, ребята. Как можно так мышить апперкоты это? Взрослый адекватный человек так не назвал бы Вару. Ну вот, я поэтому говорю. Так, ладно. Ай! Токсик! Что насчет китана? Твое мнение? Будешь ли играть на ЖКЛ? Что насчет китана? Твое мнение, а не в МК-11? Будешь ли играть в Проечтель? Спасибо большое, бро. Спасибо. Но Проечтель? Может быть и буду, бро. Может быть. Посмотрим, посмотрим. Потому что пока она не вышла. Ай-яй-яй. Ё-моё. Спасибо, Токсик, огромное. А что насчет Китаны? Твое мнение, они в... МК-11. Я думаю, Китана сейчас в мете МК-11, она один из самых таких, ну, слабеньких персонажей, будем честны. Потому что в мете МК-11, где у персонажей командные захваты или миксапы, или там Жижа Джеки, или Ветерок Цетрион, у нее нету даже сокрушительных ударов на захватах. Даже этого, не говоря о большом уроне с комп, у нее тоже этого нету. Мобильность низкая, поки слабые. Матчапов плохих немало. Китана сейчас справедливо, можно сказать, лоутир. Близка к этому. Близка, но за нее можно тащить. Все равно что-то у нее есть. Например, это крутые прыжки. Такие прыжки не у всех есть. Так. Но в целом...
персонаж слабенький, слабенький. Например, за Китану выиграть ту же Джеки просто... Забудьте, это... Вам не по силам. Я знал ведь, я знал! Я знал! Почему именно в Северной Каролине решил остаться? У меня здесь есть, ребята, пара знакомых, которые мне помогают. И плюс здесь геолокация лучшая. Лучшая геолокация. Здесь все нужные мне города под жопой. Например, мне в будущем нужно будет поехать в Вашингтон. И отсюда сделать это будет очень легко. Так же, как и на все турниры, которые мне необходимы, кроме турниров в Чикаго, да? На Чикаго чуть подальше. Тот же NEC, Пенсильвания, все под рукой. И Нью-Йорк тоже. До Нью-Йорка ехать несколько часов, что тоже несложно. Геопозиция, конечно, и знакомые. Вот ключевые моменты. GG! Вот такая милина уже получше. Ой, блин, вспотело аж, ё-моё. Что так жарко-то? А ты знаешь, что я могу тебя отклонить, а? Ты знаешь? Могу тебя отклонить. Маша. Ладно, давай сыграем с тобой. Блин, ты сейчас опять потеть будешь, да? Как не в себя. Ну, ты всегда потеешь, когда видишь меня просто. Ладно, сейчас. Блин, еще и за Дивору надо будет играть. Ё-моё. Ну, звероящер, не вовремя ты, конечно, заказал. Ладно, ладно, ладно. Джеки Брикс, открывается доступ к выбору любого персонажа. Не забывай. Вообще, если честно, я нигде не видел такого сообщества. Вы просто лучшие. Ваши подписки на Boosty — это по сути то, что дает возможность нам всем смотреть видосы от Армана. Так да. Что спасибо, что делаете это. На самом деле это правда, ребята. Каждый раз я на стриме что-то улучшаю, когда вы поддерживаете. Вот, например, новые анимации донатов. Скоро будет новое оформление тоже. Новое оборудование скоро будет тоже здесь. Все благодаря вам, чтобы улучшать качество контента и чтобы вам было лучше смотреть. Ну и, конечно, вы поддерживаете меня как автора. За что вам огромнейшее спасибо. Блин, у меня вариация не та, тебе повезло. Сейчас, ладно. Как за это выиграть? Все, ладно, ладно. Павел! Блин, Павел, ну зачем? Арманчик, сыграй за Цетру первая турнирная вара. Обнял. Здоровья тебе. Тебе тоже здоровья. Просто это вара, бро, я и правда не умею за нее играть. Ну, я постараюсь. Сейчас мне нужно тут расправиться с кое с кем. Я знал, я делал такое. Ай-яй-яй. Нет. Тебе повезло, что я ПБ не делаю. Так бы я тебя уже победил. Ребята, снайперы. Помогите мне от них. Окей, захват еще раз. Сейчас я тебе покажу Соник Фокса. А! Ожидала такое? Вряд ли ты. Оп! А вот так. А вот так. Она явно это не ожидала. Ладно, все. Хорошо. Еще раунд, и мы победим. Thank you.
Посмотрите, ребята, даже Sonic Fox так не играл за Девору. А, что у тебя, мухи? Это было опасно. Я очень рискнул сейчас. Победа, ребята! Видели, да? Неплохо за Девору сыграли. Ну. Ну все. А, нет, еще один бой. Давай. Вот. Почему The Quarry так долго выходит? Прохождение пусть хотя бы раз в день. Оно выходит 4 раза в неделю, дружище. Новый выпуск будет завтра, вроде бы. 4 раза в неделю. Разве это редко? Мы за 2 недели, по сути, пройдем. Там выпуски по 50 минут. То есть, по сути, по часу. 4 часа, 4, 8. Ну, где-то так Quarry проходится. За 2 недели, я думаю, пройдем. Может, чуть больше. А потом выходит, кстати, в ноябре 15-го выходит Devil in Me. Мы будем его проходить потом. Нет, ой, великие мухи, помогите мне! Нет, не то сделал! Не то сделал. Ой-ой-ой. Не убей, не убей. Добьет, добьет, добьет. Нет, не добьет. Это Девора, у нее фотоблок худший в игре. Скорее всего, не добьет. Ну ты что мне сейчас делаешь? А, вот, все, добило. Ладно, я уже собирался паниковать. Но рано, рано. Рано я начал паниковать. О, муха! Есть! О-о-о-о! Сейчас КБ-шечком летит. Ой, хорошо, 30%. Маша, а что такое? Что-то снайпится плохо, да? Оп! Ладно, ладно, подожди. Стой, какой апперкот, ты шутишь! Блин, она собралась с мыслями. А-а-а! Что за камбэк? Расслабился. Ладно. You are under arrest. Блин, это опасно, опасно. Она меня зонит. Это неправильно, друзья, неправильно зонить. Я же насекомое. Зачем зонить насекомое? Ай-яй-яй. Она собралась, друзья. Она потеет, она потеет. Она потеет. You are under arrest. Your soul is mine. Она потеет. Спокойно, спокойно. Но мы тоже можем потеть. Неужели, неужели живая? Муха, 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 муха. Бойся моих мух! Мои мухи, вперед! Вперед! Нет, никакого мерси! Никакого мерси! За снайпинг! Никакого мерси!